Добрый день, на связи планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Camry 2020 года в белом цвете с бензиновым двигателем объемом 2,5 литра, мощностью 181 лошадиная сила, АКПП, передний привод, имеется спойлер, камера заднего вида, парктроники, автомобиль на литых дисках хорошей резине, имеются повторители в зеркалах, пробег 68 тысяч километров, по салону темный салон, чистый, ухоженный, не прокуренный, кожа. Имеется подогрев передних и задних сидений, электроручник, автохолд, кондиционер, двухзонный климат-контроль, мультимедиа, кнопка старт-стоп, мультируль, контроль полосы, круиз-контроль, система курсовой устойчивости, подогрев руля, электропривод передних сидений, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Пройдемся по ЛКП. 264, 263. 271, 271, 279, 270, 277, 259, 276, 328, 273. Актуальную цену наличия данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.